Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня понедельник, не воскресенье. А где мы находимся? Как эта улица называлась, я не помню. Мы рядом с Елисеевским магазином. На перекрестке Невского и... Какой улицы? А вон там не написано? Садовая. Екатерина напротив, там. Да, памятник Екатерине Великой с ее придворными вельможами. А затем театром Дэйв Карапетян написал, что красивая улица России. Да, сразу за театром Александринский. Александринский? Да, все-таки это Александринский. А я назвал Александрийский. Я тоже так думала, но если три человека называют Александринский, значит точно Александринский. Конечно, точно. Здесь такой фонтан. Очень красивый, необычный, но вот этот грузовик, конечно, портит подъемный кран. Это не обсидиан. А что? Это гранит Жежелевского месторождения. А это красный гранит. Это нам знаком, нет? Знаком. Томовский, да? Нет, не Томовский. А это Маргарита Медведева. Сегодня мы идем в летний сад. Он памятник фотографу, с которым, оказывается, надо здороваться. Обязательно так, надо здороваться. А потом еще и собачку погладить. Да. Давай. И вот по Малой Садовой мы пустились в путь к летнему саду. Дорога довольно-таки долгая. Нам надо выйти к фонтанке, а потом вдоль фонтанки прямо идти к летнему саду. Итальянская улица и Садовая, откуда мы пришли. Иван Сергеевич Тургенев. И тут почему-то Маргарита говорит «жилой дом». Как жилой дом? Здесь выступал Владимир Ильич Ленин. Там сидит Тургенев. Да, в 17 году. Итальянская улица опять. Здание Мегафона. Дом кино. И чуть дальше ресторан «Тархун». Площадь Белинского. А мы пришли с улицы Караванной. Посмотрите, какой красивый цирк. На площади Белинского. Цирк. И вот мы вышли на фонтанку, и сейчас вдоль фонтанки пойдем к летнему саду. Еще заглянем к Чижику-Пыжику, побросаем монетки. Маргарита! Маргарита! Где ты была? На фонтанке водку пила. Вместе с Чижиком-Пыжиком? Разумеется. А вот и Чижик-Пиж. Пижик или Пыжик? Сейчас покидаем монетки, посмотрим, получится или нет. Как леса? А, вот Чижик-Пижик. Надо так бросить монету, чтобы осталось на площадке. Ну, бросайте!
Что, осталось? Нет. Ребята, в щель попал. Чижик-пижик остался там. И вот, поверни камеру направо. Повернули вот камеру. Вот летний сад. И в летний сад гулять ходил. Кто? Никто не ходил никуда. Нет, ходил. И в летний сад гулять сводил. Водил, да. Онегина. Этот француз. Вот голубки, посмотрите, парой они ходят. И взлетели тоже парой. А тут много чаек. И уток много. Вот утят мы уже прозевали. Такие хорошенькие были утята. В общем, пруд. Пруд, но такой, правда, классический пруд. Окруженный деревьями. А чайки как узнали, что здесь пруд? А я не знаю, но в прошлом году чаек тут не было, если ты помнишь. Помнишь, тут только утки были? Не помню. А я помню. А вот в этом году все больше даже чаек, чем уток. Может, они рыбу учуяли, поэтому прилетели. Это что вы делаете? Я пыталась голубей к себе подозвать, а один из них меня клюнул. Покидаем Карпов пруд. А тут и голубки, там их не было голубей. Пошли дальше. А здесь и голуби, видишь? Солнечно сегодня, но ветер холодный. И посмотри, они все перелетели на солнечную сторону. Греются под солнцем. Да. Под солнцем тепло, но в тени холодно. Сегодня северный ветер. Опять нагонит, наверное, непогоду. Дубовая аллея. Вот различные мифологические герои тут, в мраморном изваянии. И такой красивый фонтан, весь сделанный из белого мрамора. А вот эти деревья, интересно, как они называются? Это не дубы. Ну, что за дерево, не могу понять. Вот, оказывается, Нерон выглядел так. Да. Я его представляла иначе, конечно. Более таким жестоким. Вот памятник баснописцу Крылову. Памятник дедушке Крылову. А вокруг него герои его басен. И так далее. Квартет, вот смотри. Да. Вот мартышка. Вон лебедь, рак и щука. Вот и Макрита была такая интересная шляпа. И фонтан Корона называется. А
это летний домик Петра, который в прошлом году был закрыт, и в этом все никак не отреставрируют. Вот герб, видите? Да. А наверху, посмотри. Это как сейчас прорабские вагончики. Это был его вагончик. Управлял строительством отсюда. Строительством града? Нет. А чем? Летнего сада. Ах, летнего сада. А мойка? Ну, в общем, подошли к главному входу. Нет, это не мойка, как это? Фонтанка. Фонтанка. Подошли к главному входу и выходу, да. Главным воротам летнего и сада. Там... И, наверное, Нева. Видим уже. Прогулялись достаточно долго. На этом я сегодня с вами прощаюсь. До свидания. Всего хорошего.